Школа-школа. Лучшие 13 лет моей жизни. Но самое яркое воспоминание – это последний звонок. Гудбуе пятая школа с английским уклоном. Excuse me, нас плиз за все то, что мы сделали тебе. Плиз, 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 плиз. А ты почему не плачешь? Так вы же меня не били. Плиз, 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 плиз. Реалистичнее, начал. Закончили. Сегодня грустный день. Сегодня все вы уйдете, и я... Целуй. Целуй, я сказал. И я больше не буду иметь над вами никакой власти. А пока быстренько готовимся к торжественной речи. А у меня последний в этом году педсовет. Товарищи учителя, пришло время самого страшного испытания. Это уже не учеба, это выпускной. Забудьте все, чему вас учили в институтах. И главное, помните, до рассвета доживут не все. Поверьте моему опыту, я ни разу не доживал. Проверим вашу готовность. Олег Иванович, перед вами два выпускника с пивом. Ваши действия. Ребята, боже, сегодня такой день. Все, они уже напились, понимаешь? Ты понимаешь, с чем тебе предстоит столкнуться? Да дайте их мне, я справлюсь! Спокойно! ОБЖшник еще с прошлого выпускного контуженный. Главное, не дать им уйти на Воробьёвы горы. Там уже их правила, их территория. Ну да ладно, перейдем к творческой части. Коленька Макаров приготовил песенку о своей школьной жизни. Давай, Коленька, давай. Первый класс, второй класс, третий класс и четвертый класс. Пятый класс, пятый класс, пятый класс. Пятый класс, шестой класс, седьмой класс, восьмой класс и девятый класс. Потом кирпич мне на голову раз, и опять пятый класс. Скажем спасибо Коленьке, ученику пятого класса. Кстати, у него сегодня тоже выпускной. Просто его уже дальше невозможно держать в школе, он уже старше трудовика. Пойдем. Дети, последний урок в этом году – география. Смотри, сейчас опять меня спросят. Итак, кто готов к доске? Лесрук. Опять лесрук. Чуть что, сразу лесрук. Так, лесрук, возьми-ка указку и покажи нам Англию. Сэр, пойдемте к Темзе прогуляемся. Хорошо, хорошо. Так, что это мы смеемся? Давайте, может, я тоже хочу посмеяться. Может, мы все тут посмеяться хотим. На всех не хватит. Урок окончен. Пойдем в журнале оценки посмотрим. Так, учебник природоведения, гербарий учителя биологии, Стамеск учителя труда, Гитлер учителя истории. Так, журнал. География 2. Опять 2. Ну зачем мне эта география? Зачем мне знать площадь и население России? Вот! Я поначалу тоже так думал. Ребят, а что вы собираетесь делать после школы? Я дом построю. Я сконструирую самый большой в мире корабль. Я изобрету вечный двигатель. А я после школы домой пойду. Буду лежать на диване, ничего не делать, в потолок плевать. Везет, у тебя хотя бы мечта есть.
Я вообще не знаю, что мне делать. А давайте все вместе сфотографируемся. Улыбочки, улыбочки. Ребята, ребята, подождите. А потом я поступил в институт. Институт, институт. Лучшие 26 лет моей жизни. Школа, школа, я стучаю к тебе.